Всем привет, ребята! Я извиняюсь за произношение названия. Если вы предыдущее видео посмотрели, где с Томми Вайном, с Томми Джонсоном из группы Сабатон, гитаристом, я сказала неправильное название группы Полифия. Ну, короче, я их смотрела все равно. Вообще, на наш русский это Полифия, а на английский Полифая. Вот так, получается, будет. Я извиняюсь, конечно, но мы посмотрим все равно песню. Называется «Эго Дев» вместе со Стивом Ваем. Давайте приступим. Правда, надолго, 6 минут, но мне будет очень интересно посмотреть. Насколько я знаю, они вроде только чисто инструментал играют. Ну, могу ошибаться. Let's go! Thank you.
необычно. Мы все привыкли музыку слышать с вокалом, чтобы там разные голоса были. Это очень своеобразная музыка, она, мне кажется, не для всех. Потому что мне больше, конечно, нравится, когда вокал. По Лифию я уже слушала, и они, по-моему, клип был где-нибудь в церкви. Там тоже все одним кадром. Я как понимаю, у них такой стиль почти. Ну, вот это здесь в клипе практически все одним кадром было. Вот. Также мне понравилось, как они также меняли образы. Опять же, будет интересно смотреть. Игра, конечно, отменная, тут ничего не скажешь. Матильда согласна. Игра очень крутая на инструментах. Мне понравилось, как выражал эмоции гитарист, который такой японского, наверное, происхождения. Или азиатского, наверное, правильно сказать. Мне прям понравилось его спокойствие, как он вообще балдел. Прям очень круто выглядит, и мне это очень круто. Сама музыка, она такая, ну, лично мои ассоциации с ней, это реально какой-то тихий, спокойный такой вечер, ты включил, ни о чем не думаешь, просто наслаждаешься музыкой, ничего лишнего тебя не отвлекает. И мне кажется, это такое приятное расслабление. Вот, мне понравился переход, как они в клип вписали Стива Вая. Это очень круто, то, что он такой, типа, король всей гитары, можно так сказать. Очень круто, мне нравится. Музыка приятна, она для любителей, не для всех. И, мотя, и ее надо понимать, вот реально. И до этой музыки надо дорасти. Ее приятно слушать, вот. Я ставлю 10, для меня это не, ну, классно, необычно, это что-то новое, опять же, где нет только вокала, а музыка чисто и на инструментах, вот, ну, они приятно слушабельные такие, вот, ну, лично это мои такие ассоциации, я не могу, как бы мне будет интересно даже почитать, как у вас ассоциации с этим, с такой музыкой, нравится, не нравится, вот, поэтому пишите в комментариях, ставьте лайки, до скорых встреч в новом видео, всем пока, спасибо за просмотр!